Культурная экспедиция в рамках городского проекта «Русь-21» стартует уже 29 июля. Среди участников творческие люди из многих регионов России и даже из-за рубежа. О том, для кого Вологда и Вологодская область станет творческой лабораторией, расскажет Алена Закатаева. Городской проект «Русь-21» – это экспедиция, во время которой фотографы, режиссеры, исследователи будут путешествовать по Вологодской области. Они посетят исторические места и через творческий процесс фото- и видеозарисовок смогут исследовать наш регион. У нас самые разнообразные участники собираются в экспедицию. Самый интересный и самый далекий участник – это девушка из Индии, художник, видеограф и фотограф. Также много участников из Санкт-Петербурга, Москва, Тверь. Один участник из Дагестана. Сейчас он в данный момент, по-моему, уже добирается автостопом до Вологды. В проекте примут участие и культурологи, и специалисты в области психологии и мифологии. Организаторы готовят и сюрприз. Есть ряд участников, имена которых пока держатся в тайне. Среди вологжан, которые отправятся в экспедицию, фотограф Сергей Кичигин. Для него участие в проекте – это в первую очередь опыт и общение с интересными людьми. По сути, причин две. Во-первых, это возможность много поработать, много поснимать и возможность общения с людьми из разных стран, с творческими людьми, которые каждый по-своему работает, каждый по-своему снимает, рисует что-то. То есть, это общение, по сути, оно такое, для развития очень-очень важно. Городской проект «Русь-21» стартует 29 июля. В течение 12 дней участники будут жить вблизи природного памятника Опоки. Оттуда они будут путешествовать по разным районам Вологодской области. Особое внимание в этих путешествиях будет уделено Вологде. По итогам проекта участники представят свои исследования, выставки, фильмы, статьи. Организаторы планируют провести ряд презентаций, на которых вологжане смогут познакомиться с работами участников и видеодневником экспедиции. Алена Закатаева, Игорь Пантин, Вологда Портал.